22 августа в России отмечают День государственного флага. Он имеет более чем 300-летнюю историю и является символом доблести и чести российского народа. Праздник нацелен на развитие в детях патриотизма и государственной значимости главных символов страны. В честь него сотрудники Одинцовской библиотеки провели интерактивное мероприятие для детей. Методисты рассказали историю появления флага и значение его цветов, после чего вместе с ребятами сделали тематическую поделку. Флаг России и герб разноцветный, и сзади вот «Я люблю Россию». В мероприятии приняли участие сотрудники Росгвардии. Они рассказали детям о своей работе и показали несколько приемов самообороны. Ну, если вижу, что крепкий парень, там ручище, все, смотрите, я что делаю. Я руку смещаю сюда. Любовь к родине начинается с семьи. Важно говорить с детьми об истории нашей страны, ее символах и гимне. В каждом городе есть свои флаги, свои какие-то гербы, все это есть. Так должно быть. Мы должны гордиться тем местом, где мы живем. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».